Здесь Влад Кутузов, Валерия Майорова. И как мы вам и обещали, в этом часе к нам присоединился гость. Да, приветствуем нашего гостя сегодня в программе «Наука и технологии» Александр Боровиченко, генеральный директор и соучредитель продюсерского центра ВАИС, основатель креативной студии Art Dynamics, специализирующийся на арт-визуализации и робототехнике в сфере развлечений. Александр, все правильно было сказано? Да, здравствуйте. Именно так все? Умные и сложные слова. Саш, добрый день, спасибо, да, что пришли. Давайте, наверное, начнем с выставки, которая сейчас проходит, совершенно уникальная. Где и что там можно? Ну вот мы все хотим об этом знать просто от вас. Мы открыли выставку в Центре современного искусства «Марс». Так как у нас абсолютно такой new art техно экспонаты японского мастера Юсухито Юдагава. Ну вот, название его компании «Shovel Head», «Голова лопата». Вот. Это хорошее название, мне кажется. Веселенькое. Да, уникальные экспонаты. Наверное, мы первые, кто в России придумали такой концепт, когда экспонаты мы поместили в мультимедиа-пространство. Потому что в последнее время немножко мультимедиа-выставки уже, наверное, начинают приедаться нашим людям, да. И мы вот создали некую такую атмосферу. Мой коллега Дмитрий Нортман написал музыкальное сопровождение. Вот, и все это вместе, наверное, вот позволило создать некую атмосферу, в которой вот живут наши замечательные персонажи, экспонаты японского мастера. Ну, то есть, подождите, это не выставка, когда приходишь и просто смотришь, да, все статично, а это некое представление, я так понимаю, да? Ну, с одной стороны, да, это как некое представление, потому что выставку дополняет наша разработка робот R1. Вот у нас он актер, у нас он шоу-робот. Да, то есть мы немножко здесь двигаем привычных наших актеров, выступаем на больших сценах, и здесь вот на выставке у нас сейчас робот выступает электрогидом, который рассказывает про эту атмосферу, рассказывает про уникальные эти фигуры, про эту эру джедая. Вот, и таким образом как бы создается дополнительное еще шоу внутри выставки. Ну вот так интересно, а вот он, значит, ведет выставку, а если там появятся какие-то шутники в группе и будут ему всякие каверзные вопросы задавать, он сможет отшутиться? Да, у нас есть несколько, скажем так, сценариев. Вот, есть сценарии для молодых пар, вот, которым, наверное, очень долго разбираться в эре джедая и погружаться в это, наверное, скажем так, им надо больше эмоций. Вот, им надо, чтобы робот взаимодействовал. А роботы очень любят, в первую очередь, женщины. Я не знаю, вот за все мое время там, выступлений там, от Кремля, там, заканчивая телеканалами, различными там пати, да, там, корпоративные какие-то вечера и так далее. Почему-то женщины любят большого робота намного больше, чем мужчины. Я ослышался, мне показалось, роботы любят женщин. Я сижу и думаю над этим уже второй минут. А что, роботы молодцы, это нормально, это правильно, да. Так, ну и, значит, вот сценарий для молодых пар. А еще какие есть сценарии? Есть сценарии, когда робот просто взаимодействует с людьми, вот, соответственно, там может отвечать на какие-то вопросы несложные. Вот. Но в первую очередь он, конечно, основная функция у него здесь сейчас – это функция гида. Ну вот так вот хочется немножечко спойлера вот такого хорошего. То есть ладно, вот у нас есть гид, но мы проходим в это пространство. У нас там визуальные эффекты, у нас там, значит, всякие экспонаты. Давайте одного центрального возьмем. Что он может делать, как он поразит, вот, допустим, гостей этой выставки? Любое взаимодействие, особенно когда человек... Изначально робот у нас находится в неком выключенном состоянии, статичном, да? Вот, и когда люди проходят, начинают фотографироваться, вот, в этот момент он начинает оживать. Да? Вот, он может задать какой-то вопрос, он может там как-то так аккуратно подколоть, как бы, да, там, по-доброму. Они аккуратно может подколоть? Это тоже интересно. Мы стараемся, чтобы в зону его работы, там, скажем так, люди не проникали, хотя большое количество попыток, можно сказать, просто останавливаем прыжки там на него. Потому что, ну, почему-то вот, наверное, большой робот, он, наверное, ассоциируется с каким-то, наверное, большим мужчиной, вот у женщин, да, наверное, с защитником, наверное, поэтому вот они на него просто, ну, спростратят, просто, да, там, пытаются залезть, обнять, вот, повиснуть, то есть, и
Я, честно говоря, ну, для меня это было открытие. То есть я как бы думал, что как-то, как правило, все люди, наверное, там, в силу своей эмоциональной... Валерий, тебе там, обязательно надо сходить на эту... Ну что, да, а потом нам разговаривать, приходите, да. Слушайте, давайте мы прервемся ненадолго, друзья, у нас в гостях Александр Боровиченко, и продолжим совсем скоро, да, о роботах продолжим говорить. И задавайте вот так, свои вопросы в нашей группе ВКонтакте. Да, ждем. На FM продолжается программа «Наука и технологии». У нас сегодня в гостях генеральный директор, соучредитель продюсерского центра ВАИС, основатель креативной студии Art Dynamics, специализирующийся на арт-визуализации. Вот мне сложно об этом говорить. Ты сможешь. Да, визуализации. Смог. Робототехник в сфере развлечений Александр Боровиченко. Александр, добрый день еще раз. Добрый. Слушайте, я хотел вот все-таки, извините, я все-таки хочу вот об этом, чтобы вы рассказали. Вы за эфиром нам рассказали, что вот была какая-то вечеринка такая, ну мы же без фамилии, да, без названия компании и так далее. И вот прям прекрасная половина человечества, растрогавшись, роботу рассказывала все свои личные истории. Как он любит, это... да, про женщин, ты посмотри. Это прям на самом деле так было? Да, это было на самом деле. Робот R1, R1 от слова «первый робот», да, он у нас выступал актером на этой пати. Вот, и, соответственно, после там определенного количества коктейлей женщины начали, ну, на самом деле, изливать душу роботу. Вот, робот с ними общался, взаимодействовал, успокаивал, да, как-то утешал там, в их проблемах, там, про которые... То есть, фактически, мы на какой-то момент стали, наверное, как это, психотерапевтами, да, там, я не знаю, да, то есть они как бы вот по взаимодействию, наверное, с определенными особами. Вот, это было, конечно, как-то очень удивительно. То есть, принципе... Вообще совершенно сюрреалистичная картина, конечно, получается. Да. Я вот просто хотела сказать, вот у меня в памяти так всплыло, что в Японии сейчас есть такой тренд, что роботизированные женщины очень пользуются спросом у мужчин. Оказывается, наши российские женщины созрели к роботизированным мужчинам. Может быть, как-то стоит им выдать некий продукт, который уже, так сказать, похож на Ван Дамма в лучшие годы. Ну, я думаю, что к этому все придет. К этому все придет. Ну, мужчины проявляли даже ревность. Я, кстати, удивился. Это, по сути дела, уже некая какая-то ревность к искусственному интеллекту, да, там, по сути дела. А потому что он слушать умеет, понимаете? Наверное, да. А вот, кстати, Александр к нам пришел сегодня с пустыми руками. Обратите внимание, что у нас сейчас происходит на экранах. Это визуализация, которую ты так сложно выговаривал в начале этого выхода. Да-да-да. Та самая, которая сопровождает выставку в арт-пространстве Марс. Это вот кадры оттуда прям, да, сейчас мы можем увидеть. То есть это космическая тема. Да, это космическая тематика. У нас каждый персонаж, каждый экспонат — это у нас житель определенной планеты. Вот, у каждого есть своя история. Вот, эти все истории, они соединены в определенную цепочку последовательности. Вот, и люди, наши уважаемые посетители, которые к нам приходят, они не только наблюдают, да, рассматривают вот эти вот уникальные скульптуры, такие биотехно-роботизированные, да, но и погружаются вот в историю этих персонажей. Там, это, мы постарались сделать, чтобы это было на таком, ну, достаточно новом качественном уровне с точки зрения вообще, ну, подачи контента людям, да, чтобы... Саша, а вот... Да, Лер, пожалуйста. Я хотела просто спросить по поводу качественного уровня. Мы можем рассказать эту историю, насколько разный подход у русского человека и у японцев в каждой детали этой выставки? Да, конечно. Когда мы выполняли монтаж всей экспозиции, у нас находился непосредственно мастер, его супруга, мастер Ясухита, его супруга Мизуса. Вот, и они нам там же активно помогали в сборке экспонатов. Вот, и в какой-то момент Мизуса, супруга мастера японского, подходит ко мне и говорит: «Алекс, большая проблема с экспонатом». Я испугался, если честно. Потому что я подумал, что что-то там, ну, мы что-то сломали, что-то задели, да, там, то есть мы подходим, она просит нас снять купол защитный, мы снимаем защитный купол и на персонажа, а персонаж представляет из себя тануки, это енот, который находится в таком полете на бамбуковой лестнице, и в руках у него японский зонт, вот, и она поправляет этот зонт на буквально там 1.5-2 сантиметра, и говорит: вот теперь все в порядке. Вот как. И она была абсолютно права. И я, наверное, после этого как-то... Вот у меня была такая пауза, потому что я сразу понял, чем отличаются там наши машины от японских, почему, да, что мы видим, что... Глубокое осознание. Да-да-да, то есть вот...
очень внимательно, внимательность вот к деталям, к таким, которые, по сути дела, мы можем там не замечать. Вот я это увидел как бы вот вживую, да, собственно говоря. Друзья, vk.com/strana.fm, там вы можете задать вопросы нашему гостю. Все, что вас интересует о роботах, обязательно пишите. Какая сильная любовь у нас к роботам все больше и больше развивается, и мы хотим знать о них как можно больше. Но еще я хотела бы, так сказать, с прошлого часа перетянуть. Сейчас, Лера, секундочку, Александр Боровиченко, мы напомним, у нас в гостях сегодня говорим о роботах. Все, тебе слово. Можно, да? Конечно. Мы в прошлом часе как раз-таки обсуждали самые стабильные профессии. И вот мне хочется знать, в каких профессиях роботы нас уже в самое ближайшее время заменят, а в какие профессии они не проникнут никогда. То есть какие навыки они не смогут заполучить и стать лучше человека. Ну, самое, наверное, как бы ближайшее, то, что должно произойти, это автоматизированные автомобили, да, это логистические перевозки между городами. Когда есть точка А, беспилотники, да, имеется в виду? Ну, да, то есть это достаточно уже... Реально. Да, реально, это уже близко к коммерческому там, использованию. Вот. Все остальное достаточно дорого, да, то есть если мы говорим про какую-то серьезную робототехнику, которая там есть сейчас, там, зарубежные компании, которые применяют, показывают концепты интересные там двухногих, четырехногих систем. Там один датчик может стоить до 800 тысяч рублей. Ну так, да. И, соответственно, если мы говорим вообще про всю конструкцию робота, да, учитывая еще какую-то некую там программную составляющую, да, там, сколько во все это вкладывается труда, времени, это очень-очень огромные деньги. И на текущий момент намного проще и дешевле нанять человека, который сделает более качественно эту работу. Ну, конечно, если мы не говорим там о машиностроении, там, да, там, по автоматизации линий, то все остальное это пока все фантастика. Вот. Хорошая, добрая, но фантастика. А вот машины, которые сейчас даже операции выполняют, они это делают под руководством человека? Просто, то есть, точные какие-то линии там лазером, да, выполняют? Ну, безусловно, как бы это идет по программе, но под руководством операторов, под руководством инженеров, потому что это там сложный технологический процесс, который, ну, это все деньги, да, то есть любой сбой, любая остановка, любая поломка робота, либо там некорректное действие, на выходе это все экономические убытки. Поэтому, конечно, сейчас человек контролирует все. Да? Другой вопрос то, что все мы вместе, как бы вот в мире IT, да, каждый разрабатывает что-то свое по чуть-чуть, все это вместе, вместе все больше, больше, больше обрастает функционалом. И мы уже не в состоянии, наверное, иногда понять, как эта система работает, да, потому что эта система, она строится огромным количеством людей, да, и, наверное, к этому что-то может, наверное, со временем. Ну, то есть получается, что один человек, вот даже если он там гипергениальный, да, единственный в мире, он один создать не сможет, нужна команда, да? Конечно, но это, по сути дела, сейчас на текущий момент идет такая распределенная система разработки, как бы, да, комплексов. Кто-то там разрабатывает электронное зрение, да, кто-то разрабатывает функционал, там, механику, динамику, да, там, движение там, и так далее. Ну, вот, соответственно, все вместе, как бы, да, это все собирается, потому что подрастает новое поколение. Оно уже играет там где-то не с кубиками, да, оно там играет с телефонами, гаджетами, да. Оно уже начинает получать эту информацию в другом возрасте абсолютно, допустим, чем я, да, там получал в свое время. А вы, кстати, в каком возрасте начали интересоваться вот робототехникой? Ну, у меня отец инженер, и поэтому там еще, когда он там занимался там в чем-то, была еще, наверное, там ламповая техника, да, там, может быть, я там и не совсем и застал, как бы, но что-то я помню с детства. Ну, вот. И, наверное, конечно, меня это тоже как-то вот через меня это все прошло, и это определило там выбор моей специальности, чем я сейчас занимаюсь. Ну, вот. Саша, а если вот говорить о создании, да, ну, понятно, что во всех случаях это все по-разному происходит, но вот от момента возникновения идеи, да, до готового результата, финального уже, сколько вот времени проходит примерно? Ну, примерно. Вот, я понимаю, что и роботы разные, конечно. В части нашей разработки робота R1 это заняло 3,5 года жизни. Это фактически ежедневная работа, начиная от дизайна, потому что в нашей стране с промышленным дизайном, ну, сами знаете, как бы, да, то есть с интерфейсами, с автомобилями и так далее, все сложно, да, и сделать робота, который был не просто функционален, а был еще красив, эстетический, да, в который начинают влюбляться женщины, это, конечно... И хотят поговорить. Да, это большого стоило, и было
перебирали огромное количество дизайнеров, которые могли что-то там предложить сделать. Вот, и это была такая серьезная работа, безусловно. Слушайте, 3,5 года, это как 3 детей родить, понимаешь? Ты сейчас неожиданно, конечно, перевела, но мы поняли, о чем. Мы внутри коллектива шутим, что папе Карло было легче. С Буратино. Кстати, да, хороший шутка называется. Друзья, у нас в гостях Александр Боровиченко. Если есть вопрос к этому замечательному человеку, пожалуйста, присылайте. У нас есть специальный пост в группе ВКонтакте. Его WhatsApp, Viber, +7 909 928 189.9. Скоро вернемся и продолжим, да? Да, совершенно верно. Будьте здесь. Слушайте, прям ни на секунду не хочется останавливаться. Я не знаю, почему наши слушатели и зрители прям так затихли, не задают вопросы, как будто... Не, ну мы-то говорим, мы говорим и вне эфира, надо сказать. Мы говорим и вне эфира, и вот это, знаешь, и вне эфира, и за эфиром все равно огромное количество вопросов, и я, пожалуй, продолжу. Давай. Я хотела бы узнать, самый первый робот, который вы создали, вот сколько вам было лет, и как, вот из каких подручных материалов? Понятно, что сейчас уже логистика налажена, можно там детали заказать. А вот самый первый, я не знаю, катушечный он был, этот робот, или как? Трансформатор, ты имеешь в виду? Ну, я что-то имею в виду. Валерия глубоко копнула, мне кажется, очень, да. Ну, не, ну, наверное, самый первый какой-то концепт, который там мной был сделан, наверное, он сложно там его назвать роботом, да, наверное, это больше был, наверное, какой-то, вот, опять же, там, художественный образ, да, который был там собран из деталей, которые там я у папы там где-то по коробочкам там все это собирал, там, да, что-то к чему-то подходило, что-то куда-то вкручивалось там, да, и в итоге получался, по сути дела, да, там, какой-то концепт, да, там, по-современному говоря, там, а тогда для меня это был там либо космический корабль, либо это был робот, да. Это, наверное, вот были первые там ощущения тогда, когда ты из чего-то что-то можешь собрать, и вот эти вот вроде бы как бы абсолютно непричемные детали, когда они там живут сами по себе отдельно, да, когда их ты их собираешь, у тебя уже появляется, как и сак, ну, какой-то абсолютно новый объект, который там обладает уже какими-то другими визуальными качествами, чем эти детали в разбросе. А сколько вам лет было? Я думаю, что, наверное, где-то, наверное, около, наверное, я думаю, 4. О, около, как рано, около 4-5 лет, да. И уже человек понимал, что к чему привинчивать. Я понимаю, да, что жизнь у меня не в ту сторону, ну, пошла. Нормально. Я в 4 года другими делами занимался. Ты вот сейчас поймешь, что, даже не помню, что твоя жизнь не в ту сторону пошла, потому что мы поговорили про водителей, да, что совсем скоро их заменят роботы. Но на самом деле не только водители. Я знаю, что вот кого любят женщины? Женщины любят актеров и диджеев. Ну, чтобы ты знал, Кутузов, да. Так вот, насколько я знаю, диджеи уже тоже могут сидеть бояться, потому что роботы идут, чтобы занимать их места. Да, да, робот R1, который сейчас у нас вот на выставке RGDI работает электронным гидом, он у нас еще выступает диджеем. Прям в клубах серьезно? Да, прям в клубах, все. Причем это не просто, как бы там, скажем, робот за контроллером, да, диджейским, это светомузыкальное шоу, то есть там светомузыкальное шоу с видеопроекциями, там достаточно большое количество проекторов устанавливается, выводятся спецэффекты, которые зависимы именно под музыкальный трек идут. И у робота выводится такой голографический контроллер абсолютно такого нового современного уровня. Вот, понятно, что это там, скажем, шоу такое высокотехнологичное, вот, но в ночных клубах, вот в этой атмосфере приглушенности света, это, конечно, выглядит там, ну, грандиозно. Саша, а он сам физически там находится, вот, на, да, сцене? Он, да, находится на сцене, как бы, да, он за контроллером, да, он давай-давай, то есть... Мы выступали там в различных заведениях, и люди, ну, изначально, конечно, да, то есть первые 5 минут как бы все с телефонами, то есть никто не танцует, все просто снимают, да, вот, но потом, когда вот это вот первое такое вот как бы потрясение как бы уведено, оно как-то уже там, да, там как бы уходит, после этого как бы люди начинают как-то там ближе подходить, тоже танцевать, взаимодействовать, и, конечно, там, ну, это как бы здорово. А какой стиль музыки играет он? Ну, это электронная музыка основная, как бы, да, то есть если мы, у нас есть несколько видов, скажем так, треков под определенные мероприятия, да, то есть если это, допустим, там что-то необходимо, какой-то более жесткий формат, мы в более жестком формате робот может, допустим, сыграть, да, если это необходимо какое-то более расслабленное, да, там какой-то лаунж, вот, он, безусловно, это тоже делает, и у нас были такие тоже заказы от заказчиков, да, что вот нам бы вот робота, но чтобы он так помягче, как бы, хорошо, как бы, можем помягче. Сейчас представил, где-то нигде не сидит в уголке Груф и нервно почесывает затылок и думает, о чем, что же делать дальше вообще в жизни. Ну, вот так, вот так.
А я хотела еще спросить, у вас сейчас идет работа как раз-таки над тем, чтобы робот научился не хуже человека чувствовать толпу, да, то есть обратную связь. Да, безусловно, то есть как бы сейчас существует там достаточно уже хорошо развитая система электронного зрения, которая позволяет оценивать некие колебательные движения зала, вот, соответственно, получать общую картину, эту динамику. Ну, вот, и на основе этой динамики уже выдавать определенное управляющее воздействие на программу, программу на робота, робот на людей, и поехало вот все это по кругу, как бы, собственно говоря, такая обратная связь. О, как. Ну, давайте, наверное, прервемся еще мы на несколько минут, 2-3 минуточки. У нас песни впереди, а потом вернемся и продолжим. Что это, робот у нас? У нас робот, да, заработал. Да, друзья, напомню, Александр Боровичек. Кстати, очень вот символично все это прозвучало. Да. Вернемся к вам и продолжим наш замечательный, интересный разговор. Программа «Наука и технологии» продолжается. Александр Боровиченко у нас в гостях. А про роботов мы сегодня говорим в самом широком смысле этого слова. Давайте немножко затронем вот этот вот момент, который мы вне эфира обсуждали. Кибербезопасность. Насколько сейчас сильно роботы могут собирать данные о человеке. То есть сейчас практически ведь все можно загрузить в свой гаджет. Это безопасно или нет? И как это будет использоваться в будущем? Ну и так, Саш, мы чуть в сторону отошли, потому что вы это имеете дело в первую очередь с развлекательным, да? Да, я имею... Но тем не менее, ваше мнение, как вы считаете? Развлекательная робототехника. Не, ну так как бы, как сказать, форм-фактор гаджетов, он сильно не меняется, да, там они утоньшаются, да, там как-то меняются маркетинговые ходы касательно экранов, там форм, там, да, скорости работы и так далее. Вот, они начинают обрастать с разными сенсорами. То есть начиная там с чтения сетчатки глаза, как бы, для входа в устройство, заканчивая там всеми известными фитнес-трекерами, ну, которые там, пальцев, да, там пульсы, давление, пальцев, да, там анализ уровень, крови, да, даже анализ, да, да, анализ крови, там, да, уровень кислорода в крови и так далее. То есть, по сути дела, устройство, с которым вы взаимодействуете и которому вы передаете эти данные, оно, в принципе, вас может собирать эту статистику полностью по вашей там жизнедеятельности, да, там, что вы делаете, как бы, куда вы идете, какого у вас режим работы, ритм ваши жизни. Ваши вкусы, что вы любите. Ваши вкусы, что вы слушаете, какую информацию вы ищете. То есть, в принципе, как бы, оно там, в течение, там, наверное, полугода может там, собрать там, как бы, наибольшее количество информации, как бы, там, наверное, больше, чем кто-либо там, наверное, о вас, наверное, там ваш телефон знает намного больше. Слушайте, чем остальные, можешь, да, составить тогда вполне себе конкретный, очень четкий портрет человека, по, да, идее, да? Безусловно. И воздействовать на него. Если, потом, скажем так, получив вот эти статистически накопленные данные, если кому-то будет необходимо ими воспользоваться, там, положительно, либо там отрицательно, да, то, конечно, у этой программы у нее будет больше шансов, допустим, там, каким-то образом на вас воздействовать, нежели у программы, которая там ничего о вас не знает, да, никакими данными не обладает. Поэтому, с одной стороны, как бы мы к этому идем, и мы не можем как бы от этого отказываться, потому что технология, как бы, вот мы живем в этом, да, это, нас это окружает постоянно везде. Вот. Но, с другой стороны, как бы, я думаю, что будет появляться новые способы воздействия, просто еще пока о них, наверное, не думали, да, но я думаю, то, что это там в скором будущем. Слушайте, я подумал, не обязательно собирать, ведь есть же женщины, которые приходят и сами все рассказывают. Нормально, а мы с тобой купим себе шапочки из фольги. Я вот подумала, значит, без работы останутся, значит, у нас водители, диджеи, и тут уже секретные агенты, да, вот тоже скоро раз и потеряют все свои места, потому что телефон будет знать все, никаких секретов. Не, ну, информационная безопасность, она становится все более актуальным, там, с каждым днем, тем более сейчас в условиях криптовалюты, да. Может быть, настанет момент, когда уже, как у нас наш робот-диджей говорит, люди начнут, роботы начнут нанимать людей за криптовалюту. Он, да, реально так говорит, да? Ну, он перед тем, как выступить, он делает некое погружение, да, что люди, как бы, да, то есть опомнитесь, как бы, да, то есть вот вы до этого момента, мы были вашими слугами, да, мы там, как вот говорит, пылесос, робот-пылесос, там, да, то есть мы как бы занимаемся сферой услуг. А сейчас, как бы, там наступает такой момент, когда та же самая там майнеры, как бы, это большая, огромная распределительная вычислительная система, да. Люди у нас включают свои компьютеры, свои там фермы, там, да, майнят эту криптовалюту. А по большому счету, что это такое? Это огромный распределительный компьютер, да. Каким образом он будет использован там через год, через два, там, послезавтра? Никто не знает. Сегодня, кстати, в новостях проскочило, что майнеры активно очень начали сливать свои фермы, потому что, ну, было-то двадцатку, осталось, ну, сейчас шесть, да, по-моему, да, да, уже. Да. Соответственно, так что сейчас, не наймут нас роботы. Сейчас кто-то может этим воспользоваться, да, и, допустим, проводить какие-то операции по расчету, там, не криптовалюты, а операции, да, там, а что-то другое.
как это все интересно. А еще, кстати, у нас сейчас будет в школах... Когда вопрос зашел про криптовалюту, Валерий сказал, как это интересно. Мне и до этого было интересно, когда красивый робот-диджей, да. Но криптовалюта... Так я что хотел сказать? У нас даже в школах сейчас вводят такой предмет, как кибербезопасность, да? То есть детям объясняют, что все данные, которые вы туда заливаете... Без этого никак, конечно. Ну, хорошо, что созрели, лучше позже, чем... Друзья, Александр Боровиченко у нас в гостях. Через несколько минут мы вернемся и обязательно продолжим. Я здесь, но уже мысленно я на выставке, и я на этой выставке обязательно все посмотрю, а потом буду в эфире рассказывать. Недели две подряд, потому что я впечатлительная. Да, Александр Боровиченко у нас в гостях. Саш, мы хотим, чтобы вы повторили историю, которую нам только что рассказали, как это началось, вот эта встреча с японским мастером, да, с чего, как все это родилось-то? Началось все с изображения, да. Вот, соответственно, я как там рассматривал какие-то графические концепты, и меня как-то очень сильно впечатлил экспонат, который, я даже не знал, что это экспонат, я увидел вот фигуру, как бы, да, уникально сделанную, там, детализированную, там. И вы не знали, откуда она, кто сделал, откуда, да, что это было? Что это такое? Я показал своей супруге, Арине Рукавишниковой, вот, я говорю, Арин, найти бы этого человека, который это сделал, конечно, уникальные вообще вещи, очень здорово. Вот. А Арина не забыла. Она нашла контакты. Говорит, вот я нашла мастера, сбросила мне контакты. Я написал какое-то короткое письмо, но мне, к сожалению, никто не ответил. Ну, вот. А так как я занимался до этого, там, увлекался компьютерной графикой, я сделал как бы дизайн студии, не студии, а выставки, которые, как бы, как я видел, да, то есть мы можем этот концепт предложить. И направил японскому мастеру. И мне вот после этого пришел ответ, и у нас полгода там шла переписка активная. Ну, вот. Мы обсуждали, какие фигуры привезти, вот. Обсуждали вопрос мультимедиа, там, да, там, поднимались вопросы музыкального содержания. И вот, наверное, вот это все вместе. После этого японцы там согласились. Вот. Мы там очень долго организовывали эту доставку экспонатов, потому что это уникальный транспорт должен быть, потому что на обыкновенной машине их возить нельзя. Там все поломается. Да, там, да, там уникальная подвеска, все это упаковка. А каждая коробка у японского мастера это просто отдельный челлендж, потому что она где-то что-то выдвигается в стороны. То есть это, ну, вот, на самом деле это загадка. То есть там как упаковать один экспонат, там можно там 2-3 часа просто там, да, там себе, ну, это головоломка фактически, да, там для нас, да, там для мастера, понятно, он это все придумывал, вот. Ну, вот таким образом мы нашли контакт с японской стороной. Так сам мастер, он когда увидел вот уже воплощение на выходе, он остался доволен? Да, конечно, когда мы вот находились уже в запущенной выставке, уже были посетители. Вот, к нам подошел Ясухита вместе с Мизусой, супругой своей, и они сказали, как бы, вот, молодцы, вы показали, как вот вообще вот нам как надо запускать выставки. И это, конечно, ну, это было приятно, потому что, наверное, от японцев с их педантичностью, всем нам известной, да, там, определенная культура художественная, да, там, услышать такие слова, это было приятно. Да, а супруга это вот та, которая поправляла на 20 сантиметров шляпу, да? А зонтик, да, конечно, да. И вот. Я еще, знаете, хотела затронуть такой момент, что аналогичный проект существует в Британии, но если вот сравнивать эти два проекта... Касательно робота, да. Мы круче. Я уже к вам так приписалась, понимаете? Мы круче, потому что у нас больше автоматизации. Там вот в этом и с одной стороны мы более молодые, потому что у нас там, скажем, такая некая коммерческая деятельность, выступление там, она существует там год всего, а им 12 лет, и они подошли к нам и сказали, что да, там, типа, вы молодцы, как бы там, то есть это тоже большого, ну, большого стоит, наверное, да, там, когда люди, которые уже имеют конкуренты. Я вообще, на самом деле, не особо за конкуренцию. Я считаю, что если конкуренты соединились бы вместе, было бы круче было бы намного круче, потому что они 100% сделали бы еще какие-то уникальные, как бы, концепты. Проекта. Ну, я вот прямо сейчас предлагаю немножечко вернуться к выставке и проговорить, на кого она рассчитана, какой возраст, какая аудитория. Смотрите, у нас по целевой аудитории выставка для там достаточно большого, широкого круга. Вот. С одной стороны, есть экспонаты, которые ближе, наверное, к детям, да, и дети вот как-то вот на них очень реагируют. Там, они начинают плюс разговаривать с ними. Наверное, да, около этого, потому что, наверное, уже определяется высотой тумб, как бы, чтобы не носить ребенка там на руках постоянно, да. Ну, вот.
И приходят достаточно пожилые люди. Очень долго они рассматривают там несколько кругов по выставке, по всей. То есть они вот находят какую-то... До чего техника дошла? Наверное, каждый видит свое. Наверное, все мы по-разному видим эту детализацию. Кто-то может увидеть больше, кто-то в общем это воспринимает. Там, кто-то более в частности там, как бы начинает рассматривать. У нас 3D-курсы идут еще рисование ручками. Вот. То есть, как бы дети, например, там, если как бы дети, как у нас, дети быстро все смотрят, они пробежали там, да, и раз на мастер-класс. И они вот по своим впечатлениям создают собственный персонаж, 3D-ручкой рисуют, и потом его забирают домой. А взрослые в этот момент могут спокойно там, как бы, более внимательно пройти, погрузиться вот в нашу выставку. Саш, у нас буквально 20 секунд остается. Да, давайте еще раз сайт, куда звонить, где вас искать. era-jedi.com. Выставка Исухито Юдагава, Shovel Head, Центр современного искусства «Марс», ежедневно с 12 до 22, метро Трубная, Пушкарев переулок, дом 5. Огромное вот. Вам спасибо, было приходите, очень друзья, интересно. Александр Боровиченко был у нас, рассказывал не как инженер, а как художник. Да. Но это и понятно. Это так и есть. Саш, спасибо огромное. Да, спасибо вам, что пригласили. Спасибо.